Здравствуйте, друзья! Режем отварные яйца на четвертинки. Если у вас есть более мелкие яйца, тогда можете их порезать пополам. Пополам также нарезаем и помидоры шерри. Отварные креветки я добавлю просто так. Если вы хотите, можете их порезать. Зависит от того, насколько они большие. Добавляем лимонный сок. Также салат нужно присолить, добавить майонез и пармезан. Салат готов. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь к нам на канал. Приятного аппетита!